Друзья, всем привет! Сегодня мы в пожарной части города Суровикино. Здесь будут проходить учения добровольческих дружин. А как они пройдут, смотрите далее. Ну, учения, соревнования. Обычно куртку улаживают так, чтобы было удобно ее одеть. Рукава, видите, вы от себя ее повернули, завернули вовнутрь рукава. И ложите ее на себя. То есть, чтобы когда вы сюда руки запускаете, перекидываете через себя, и она получается садится вам уже как положено. Вам остается только застежки застегнуть. И дальше брюки. Брюки как бы по нормативу улаживаются в две скатки. Но можно их улаживать любым способом. То есть, можем немножко даже сделать так, например. Один. Таска. Бежите, попадаете. А если вот спихнуть, он потом одежду? То есть одевают они только уже тогда. Так, каска. Не, у нас просто другие, у нас обычные. Это пиши. Опустил его вниз, он висит. Каска. Каска одевается на голову. И застегиваются. Когда то все это сделали, подняли руку вверх, это говорит о том, что вы норматив выполнили. И на этом останавливается ваше время. Так, а кто хотел показать? Да вот. То есть сначала один, чтобы посмотрели, потом. Просто другой. Медленно, как она одевается. То есть участник становится метр от боевой одежды. И когда говорят, выполни норматив, нет, на старт внимания марш, приступает к выполнению. На старт внимания марш. Медленно показывайте. То есть одеваешь одну ногу, вторую ногу. Разрешается одеть одну лямку. Как куртка лежала, поэтому говорил, что она должна лечь вам сразу, закрыть вас. Поворачивайтесь спиной, чтобы удобнее было взять его. Мы вот эту не застегнем. Мы не застегнем, которая под ремнем. Итак, смотрим. То есть одели. Обязательно должен быть ремень здесь. То есть застегнут и в тренчик. И верхняя, нижняя застегнута. И подбородник, чтобы был на месте. Руку подняли, все, время остановили. На старт, внимание, марш! Так, пока никто не раздевается. Руку подавай. Так. У тебя она хоть одна лямка одета? Да, одета. Здесь под шлемом. А там у тебя расстегнута. Она он. Так. У тебя это расстегнут и каска. А каска у него. На старт. Внимание. Марш. Одну хватит, тут пойдет. Неправильно, переверни.
такая. Руку. Старт, внимание, марш! Наоборот. Руку! Руку вверх! Руку! Мы еще не поправим. Да. Потом поправим. Ты так хорошо шел, а потом это... Сдулся на последнем этапе, ты прям уже шел на это. Немного руку поставить. Нет, сейчас ты значительнее отнимешь. 45. Сейчас будем делать эстафету. Эстафета включает в себя. Двое на старте. Одевают боевую одежду. Берут ствол в руки. Бегут по ту сторону. В носилках лежит пострадавший. Его забирает и приносит сюда. Здесь третий участник команды бежит к трактору. Он забирает ствол и бежит к трактору. У трактора будет лежать веревка. Вот третий участник, пожалуйста, давайте подойдем, я покажу, как вязать узел. Если кто-то не знает. Третий участник. Так, вяжет узел. Он, завязав узел, возвращается обратно. Один из двух участников забирает ствол, берет два рукава 70 бык, переносит к трактору, к бочке, ложит. И со стволом возвращается обратно. Это будет финиш. Вопросы? Так, теперь третьи участники. Давайте подойдем, я покажу, как вяжется веревка. Веревку мы положим ее, чтобы она была немножко удобна уже. Все, она будет лежать вот так. Так мы ее и оставим. То есть берется в левую руку. Вокруг железки. Потом вот, вот так ложите. Можете по-другому, но так удобнее просто. Положили. Руку заводите. Делаете петлю. И мизинчиком подавляете, подаваете это самое, в руку другую. И затянули. Повторяю. Ну, не прошу. Да. А если, нет, а если их много. Гузу, можно? А? Морские. Ну, немножко такая же, но если другого варианта нету, то вяжем так, как вам удобно. Но вяжутся их четыре способа, но самый удобный. Обанчиво. Надо так, чтобы она потом не узнала. Сюда развяжешь. Так. Давайте потренируемся. Пожалуйста. Давайте боевую одежду, так же как опять надеваем. Потом, как только одели, берете ствол в руки и бежите, забираете пострадавшего. Пострадавший лежит на носилках. Вы его берете, головой вперед несете. Не перепутайте. Ну, желательно головой вперед, рано еще это. Вы его несете вот сюда вот, ставите с этой стороны. С этой стороны вы его поставили, отдаете ствол, который вы носите, третьему участнику. Участник бежит к веревке и завязывает за конструкцию. Как только он ее завязал, он бежит обратно. Один из вас, по жребию, как вы считаете нужным, забираете ствол у товарища, берете два рукава 77-х и бежите к трактору. За трактор забежали, положили и возвращаетесь обратно с стволом. Это будет финиш. Как только вы сюда прибежали, все, время останавливаем. Это будет ваше время эстафеты. Понятно? Thank you.
Если так все попало. Свечки не надо. Внимание, марш! Нет, тоже вот надо. Я приеду. Можете за пояс положить. Ждете, когда ваш товарищ прибежит, и тогда заберете. Сюда, иди сюда. Аккуратно. Вам остается только стать, немножко прыгнуть, и она уже оправилась, и вы застежки делаете. Бери ствол. Ствол к пострадавшему. Так. И ждите там своего товарища. Вон пострадавший лежит. Лежит. Ага. Давай, быстрее. Аккуратно, пострадавший. Внимание, марш! Хе-хе-хе-хе.
Что-то пошло не так. Перевернись, не переверни. Берешь ствол, ствол взял, да, иди теперь жди своего напарника. Отдаем ствол, и третий побежал. Так, сейчас у вас один подписан. Сейчас приносит вам ствол, вы его берете ствол, сейчас берете в охапку и туда и обратно. Пусть нормально. Ствол, куда? Под ним выстрелили, да. Все, побежал. Возвращайся. От каждой команды один представитель, один участник, который будет выполнять боевое развертывание. Тракторист не в счет. Суровикин. Чинушки. Итак, рукава лежат перед трактором. Вы становитесь здесь рядом с ним, то есть по команде. Внимание, старт, начинаем выполнять. То есть... Это вода. Ой, а что она не пристегнутая? Тросика нету. Так было. Итак, с завода. Здесь уже переходник поставлен. То есть вы берете рукав 77-й. И раскатываете его, то есть бросаете, дернули на себя, и он разматывается. Один край рукава вы подключаете к переходнику. Второй край переходника подключаете в середину. Сюда подключили. Это когда уже будет он там стоять. Но с собой вы туда бежите, несете ствол и 51-й рукав, перебежав к трехходовому. Вы подключаете сюда 77-й рукав край, а другой край подключаете в любую из 51-го. Потом вы его открываете. Не забудьте, пожалуйста, открыть. Вы его открываете, подаете команду трактористу, чтобы он подал воду. Подключаете ствол и бежите на исходную тушить пожар условный. Сейчас мы его трехходовой поставим на место и поставим, где будет исходная для пожара. Так, вы первый, да, делаете? А старт, внимание, марш! Не защелкнули. Открывай, кран, крути его. Все, включайся. И бежи туда. Маши рукой, чтобы... Тракторист, сюда смотри! Эй!
Все, бежим, бежим на исходную. Стоп, стоп, соединяй. Я заместитель директора государственного казенного учреждения 3-й отряд противопожарной службы Беловецкий Александр Сергеевич. Сегодня проводили мероприятие, соревнования среди ДПД, то есть добровольной пожарной дружины. Ребята были с Калачевского, Суровикинского и Чернышевского района, с поселений, где у них есть трактора, которые выдавались администрации области. Трактора, предназначенные для тушения пожаров и помощи населению. Данный вид соревнований мы проводим первый раз. И как бы наша задача — это научить ребят слаженным действиям при работе с пожаротехническим вооружением. Подведем итоги наших первых таких соревнований среди ДПД. Итак, на надевание боевой одежды награждается Семикин Александр Петрович. Показал самый лучший результат
5 участников. Поздравляю. Спасибо вам большое за участие. Так, теперь награждаем сами команды ДПК. Итак, занявшая команда ДПК, занявшая третье общекомандное место, это Калачевская ДПК. Стоите. Стоите, пожалуйста, поздравляю. Один. Поздравляю. Держите тот же русло. На следующий год победите, если будете так же выступать. Так, второе место заняла Суровикинская ДПД. Поздравляю вас. Давайте без первого теперь. И теперь общее зачетное место получили Чернышевская ДПД, занявшая первое общекомандное место. Поздравляю. Спасибо большое. Мы еще с вами будем работать, получается. Всего вам хорошего. Спасибо за участие. Это мы заработали. Ну что, вы переживаете, все будет нормально. Можно так. Будет попросить общее фото? Да, конечно. Ну спасибо. Так, на этом этапе мы заканчиваем. Всем большое спасибо за участие. Итак, сейчас делаем фото и будем все свободны. Из огненного пекла, из огненного ада, мы снова возвратились в безоблачную высь. Ведь нам с тобой, братишка, другой судьбы не надо. Наверное, в огне мы с тобою родились. Из огненного пепла, ада, мы снова возвратились.